Сегодня Национальный антитеррористический комитет объявил, в Калмыкии ликвидированы подозреваемые в убийстве офицера столичной полиции. Заура Хамутаева и Азамаса Шихаева обнаружили в одном из сел республики. При попытке задержания преступники открыли огонь. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Напомню, убийство было совершено в Москве 6 ноября. Экипаж патрульно-постовой службы остановил для проверки документов двоих мужчин. Один из них 4 раза выстрелил в лейтенанта полиции.